Ну что, мои хорошие, доброе утро. Мы поспали на квартире первый день, первую ночь. Денечка проснулся, солнышко. Как тебе на квартире, Дэнь? Как спал? Хорошо спал? Спал. Спал. Спал хорошо. Вот мое рабочее место, кстати, такое аккуратненькое. Пока что наша комнатка. Мы одну эту комнату решили сделать так, ну, чуть-чуть более-менее пока, чтобы можно было здесь уютно себя чувствовать. И первым делом вообще поставим здесь двери, потому что рабочие будут работать, чтобы, ну, вот эту зону, вот эту комнату прям, ну, закрыться можно было, чтобы и шума, может быть, меньше было, и пыли меньше было. И самое главное, холодно. Здесь холодно. Я уже поставила обогрев на конкретный обогрев квартиры. 80 стоит. Ну, батареи горячие у нас прям. Вот у нас здесь можно ставить температуру. Я сейчас покажу. Видите, у меня стоит 80. Батареи горячие. Но все равно от того, что дует, вот там у нас вентиляция, там в туалете вентиляция, и ну, все это как бы, и дверей нет, ничего. Ну, как бы прохладно. Но из-за этого, возможно, мы спали хорошо. Мама, есть тебе что дополнить? Доброе утро. Мы еще кофе не пили. Мамочка, смотрите, какие сделала шкафчики. Это я потом покажу. Это сейчас влог такой у меня. Просто как вот я себя чувствую. Вот. Сейчас мы будем здесь что-то делать. Кофе. А, мне надо первым делом сходить тоже в уборную. А уборная у нас, знаете, какая? Вообще уборная. Ванну нам не доделали, сволочи. Понимаете? Но мы вот этой не пользуемся сейчас штукой. Это чисто помыть, если что-то. Ну, туалет. Туалет нормально как бы, да, функционирует. А умываемся мы вот там вот. Вот это подсоединение для раковины нам. Вот там мы умываемся. Вот здесь вот мыльно-рыльные принадлежности все. И еда, все вместе. Так что сейчас мы умоемся, да, рыбка? Покушаем, в туалетик сходим. Потом будем делать кофе. Ну что, я отвела Деньку в садик. Уже вот в таких условиях я готовлю ПП блин нам. Овсяный блин. Молочко. Два яичка, овсяные хлопья. Я купила только что в магазине. Кстати, не рассчитала, мама попросила купить продукты. Я купила их, ну, чуть-чуть подальше от нашего дома. На самом деле нужно было, наверное, на машине вообще малого отвезти в сад, потому что он в тот же садик ходит, и заехать в магазин и уже прийти. Но я не рассчитала, взяла полную сумку. В итоге в какой-то момент пошла пешком с огромной одной сумкой. Даже второй пакет что-то я решила не брать, почему-то надо было взять. И в итоге на середине я взяла двумя руками, у меня сверху яйца лежали, они вот так вот вывалились, эти яйца. Три яйца в браке. Два яйца чуть треснутые, вот сейчас я их и готовлю. Вот, ну, в общем, сейчас с мамой приготовлю. Кстати, очень сытный получается блин. Сейчас это, кто будет спрашивать, 30 грамм молока, 2 яйца и 30 грамм овсянки. Если хотите соленый, там соль по вкусу, перец. Если хотите сладкий, то сахар по вкусу. Я сахарозаменитель делаю. Можно с растительным молоком делать. Все перемешиваю сейчас. И вот сейчас нагрелось уже. Сейчас я делаю минимальный огонек. Вообще просто минимум-минимум. И на нем будет вот жариться мой блинчик. Жариться, париться. Сейчас даже пусть сильно, мне кажется, нагрелось. Все, должно минимум. Минимум вот так вот делается. Так, вот такой получился блинчик. Ма, давай тебе где сладкого поменьше. Ты же не очень любишь сладкое, да? Вот такой вот вкусный блинчик намазала вот такой вот брюнетой. Это вообще офигенно, моя любимая. Очень вкусный вкус. Вот сейчас я поем, и это будет на полдня. Сытный, невероятно, блин. Очень вкусный. Приятного аппетита. И все, и поеду уже делать дела. Как в магазине. Все под рукой. Все как в магазине витрина. Да, я говорю, хотела же жить в феврале у меня по желанию. У Елены Блиновской я марафон делала. И там вот в феврале написано, ну как бы я загадала, что в феврале я хочу жить в новой квартире с дизайнерским интерьером. Ну с дизайнерским чего? Ремонтом, да? Ну, кухня как бы у меня подразумевалась в голове. Вот, пожалуйста, мама своими руками сделала дизайн кухни, проект. Пожалуйста. Очень удобно. Главное, дизайнерский. Правда? Да. Есть где ходить. Островок, как я хотела. Островок. Да. Стульчики вокруг поставила. Сиди, разбирайся. Вот.
Мы сейчас позавтракали, сейчас я выпью латте и так немножко бардак, тут бардак, убираем мусор и поеду, надо рассчитаться с нашим человеком, который, блин, делал нам там ванну и все уже, короче, искать других. В общем, продолжается наш день. Я разбираю, вот выкидываю тут каждую фигню. Короче, то, что для съемок, оставляю для съемок. Все разбираю. Сейчас половину выкину нафиг еще. Мамочка готовит. Здесь что готовишь? Сейчас тушу на мясо. Ой, делаю. Как пахнет вкусно. А на гарнирчик гречку. Сложу. А что за мясо? Свинина, говядина? Это свинина. Это то, что я принесла с морозилки. Морозилки-то у нас сейчас нету. Мы сейчас приготовим и все. Надо индейку купить будет мне, будет, да? Свинина. Подольше потушу, будет мягкая, как ты любишь. Хорошо, с картошкой, да? С гречкой хотела. Хочешь с картошкой? Ой, с гречкой, давай, 100 лет гречку. С гречкой, мне. Да. Вот, а я только что встретила рабочих. Все, они, короче, рассчиталась. Я с ними пипец сколько денег пришлось отдать. Вот, но главное, что они ушли, слава богу, и мусор забрали с собой. 300 рублей заплатила за то, чтобы они вынесли весь этот мусор. Сейчас я подметаю вот здесь. Сейчас мы мойку вот эту подвинем. Кстати, мойку я буду сейчас выставлять на Авито, наверное. Что-то никому моим знакомым не нужно. Хотела отдать. Сестре позвоню, спрошу, кстати, может, ей нужна? Ей отдам. Если нет, то на Авито за сколько? За 2, получается, купила за 1800 где-то. Ну, за 1000 отдам. Мы ей даже не пользовались там пару раз. В общем, новую вот такую вот отдам. Сейчас здесь подмету. Больше будет пространства у нас. Жалко, что... Ну да, конечно, линолеум сейчас пока не постелим здесь, к сожалению. Придется пока так походить. Ладно, подметаю. Ну что, мои хорошие, мы тут с мамой немножечко все еще прибираем. Мамуля уже доготовила все, нарезает сейчас тут помидорчики, да? Вот, все накладывает. Что мы сделали? Смотрите, так как нам немного поддувает, сейчас ходила в Леруа, посмотрела в Леруа, короче, а там в Леруа нет, если на сайте заказывать, то там нет доставки. Ну, то есть это надо только ехать. И, короче, мы еще решили все-таки подождать какое-то время, двери прямо сейчас не брать, а вот через 3-4 дня брать. Вот. Ну, просто повыбирать. Не только в Леруа смотреть. В Леруа мы как бы увидели то, что нам понравилось, да, там 4500 дверь одна стоит. Потом покажу, если буду в Леруа. Но так как нам поддувает немножко, мы решили сегодняшнюю ночь еще попробовать лайфхак вот такой. В общем, простынка здесь, да, до самого пола. А тут как бы и от света, и от того, что там вентиляции, все дела, чтобы прям проходного не было. Просто на гвоздике реально. Это старая простынка, которая уже не нужна, она даже чуть покошлатилась. Тут я говорю, ее пора выкидывать. Давай повесим на дверь, давай. Заходим. Вот, мое рабочее место, я уже тут все выставила. Могу вам вести прямые эфиры, снимать видео уже могу. Вот, Денькин тоже уголочек тут сделали, постелили вот эти вот, все тепло здесь хорошо, батареи нам прям под боком. И занавески, та-дам! Что мы сделали? Так как у нас пока нет багета, и надо будет брата позвать. Кстати, стены здесь, девочки, стены здесь просто добротные. С таким удовольствием входят гвоздики. Я просто помню ту квартиру, на которой я жила, не вот эту, в этой тоже неплохие, как бы все входило нормально, а именно вот та, где я жила, в частном секторе, который я продала, кто помнит. Там стены были просто, я говорю, там все крошилось. Там вообще не стены, там просто ай-яй-яй, ой-ой-ой. Особенно, что касалось вот там. А здесь как по маслу входят гвоздики, одно удовольствие. Мы, короче, гвоздик туда вбили, в серединку вбили и туда вбили. И натянули веревку. И просто вот сделали. Потому что мы спали сегодня, и свет... Как будто днем, блин, очень много огней там, и все светит сюда, плюс мой компьютер, блин, не выключается, постоянно горит. Ну, мы его там накрываем чем-то, да, вот, потому что работаем днем и ночью, вот. Ну и, короче, ну и там нет, от чего-нибудь отсвечивает. Ну и получается, что мы сегодняшнюю ночь поспим, и мне прям будет интересно, насколько сейчас будет тепло, насколько не продуваем, потому что от окна тоже нет, поддувает что-то. Так, это я залазила тут. Вот. Ну, в общем-то, мама свои глаза забыла. Мама, а ты тут забыла свои глаза? В общем, здесь в комнате уже очень уютненько, очень комфортненько. Вот. Прям, честно говоря, мне хочется все убрать и вообще хочется не наставлять ничего лишнего. Я прям сейчас безбожно очень много что выбрасываю и вещи тоже отдаю. Мамуль, ты глаза свои забыла? Давай. Ты так не забывай их где-нибудь. Как ты без глаз потом? Вот, ну потихоньку вот это разбираю, там сумки уже выставила,
Вот мои вещи сейчас где все? Раз, два, три, четыре. Четыре вот такие вот большие. Тут самые необходимые, нужные. Вот эти вот, вот эти вот. Здесь зимняя одежда. Ну, понимаете, да, у меня все на вешалках. Мне очень удобно. А здесь мои всякие длинные платья, всякие юбки с магазина, то, что продается. Вот. Ну, еще, конечно, я о вещах, которые в моем магазине, очень забочусь, поэтому они где-то здесь в мешках сложены, спрятаны, чтобы ни в коем случае никак не пылились. Вот. Это я тоже разберу, потому что у меня уже заказы там поступили, и мне нужно срочно все это разобрать и уже девочкам отправить какие-то платьюшки на лето, на весну заказывать. Кстати, кому интересно, у меня сейчас распродажа, у меня там сейчас такие цены маленькие в моем магазине, просто даже ниже закупочных, которые я покупала. Я ссылку оставлю под видео на свой магазин. Заходите, прям можете в директ мне писать, можете на почту писать, если вас в инстаграме нет. Вы по ссылке можете посмотреть, что понравилось, делать скриншоты и мне уже на почту писать. Все под видео, есть вся информация, почта моя и ВКонтакте. Ну, лучше либо на почту, либо в директ, в инстаграме, вот. И заказывайте, что понравилось. Вот. Нам как раз сейчас лишние деньги вообще не помешают. Потому что ремонт это, как знаете, как какая-то яма, в которой Бермудский треугольник, в которой пропадает все. Кстати, про видеомашинку. Но я потом еще скажу, когда мы ее откроем, покажем уже, почему такой был выбор. Это мама на своем канале отдельно вообще снимет. Она у меня работала на бытовой технике, она все знает про машинки стиральные, про посудомойки, про холодильники. И, конечно же, она выбирает всегда цена-качество. Даже бывает больше стоит что-то очень дорого, а на самом деле не так качественно и не стоит этих денег. Поэтому вот эта машинка 25 тысяч стоит. И я ее взяла по акции, кстати, вам видео. Так она 30 стоит, да, 30 так стоит, а так и за 25 взяла. Но потом все покажу, и она объяснит, что здесь хорошо, на что стоит обратить внимание. У нее будет отдельное видео. Вот, канал на мамину, на маму я тоже отправлю, она тоже снимает свои впечатления, как здесь ей на новом месте. Это, знаете, как взгляд с другой стороны. Вот. В общем, все готово у нас для того, чтобы стелить плитку, и уже я начну звонить на днях, искать плиточника. Даже я, наверное, сегодня начну его искать, а сначала нужно найти электрика. Короче, сантехник есть, электрика надо найти, он должен все там посмотреть, подвести, всем отдельно надо заплатить, понимаете, плиточника найти, заплатить. Короче, вся зарплата моя на вот такие вот грязные работы уходит еще. Вот, ладно, обо всем будут отдельные видео, все готовлю, параллельно снимаю еще 10 тысяч видео, чтобы было вам как-то, ну, локально удобно смотреть, да, там, ванна про ванну. История ванны вообще, она будет в отдельном видео, от начала и до конца. И это видео выпущу тогда, когда уже плитку сделают. Вот, ладно, сейчас мамочка сделала мяско с гречечкой, салатиком. Я очень хочу есть, мы голодные, мы же работаем. Девочки, кстати, многие мне говорили: Селена, зачем тебе худеть? Ты с этим ремонтом сейчас вообще похудеешь. И честно говоря, я вам так скажу, что у меня даже мысль такая возникла, что мне страшно. Короче, мысль такая возникла, что, знаете, чтобы не упустить такой момент, когда ты уже худеешь-худеешь и не можешь обратно, блин, нормально свой вес. Но, честно говоря, сейчас у меня 54,5, мне прям нравится. У меня ничего лишнего, прям если подкачаться, супер. Мне кажется, больше даже худеть не надо. Ладно, приятного аппетита, встретимся попозже. Сегодня я буду весь день снимать и тоже выложу это видео. Прям вот целый день, чё, как у нас, мысли. Вот. Я думаю, это будет долгий, долгий первый день, полон информации и впечатлений. Сейчас пока что у меня так чистенько вот здесь, вот так хочется вам показать. У меня, смотрите, зато экран на каком большом расстоянии, два стола здесь стоит. Вот. Денька нарисовал мне этот ручкой. Вот, можно снимать уже прямые эфиры, видите, все, вот здесь вот веб-камера моя, все стоит. Вот, сейчас я освобожу, здесь, как ее называют, уютненько? Да, прямо жилое помещение. Не говори. Потолочек осталось вот сделать, да, двери вставить, и шкаф здесь большой надо поставить, и кровать поставить, и полки поставить, а еще вот здесь большой телевизор. Много чего поставить, но сейчас уже можно нормально себя чувствовать. Да. Да. Так, сейчас освобожу, короче, память и пойду дальше снимать. Пойдем на улицу с вами. Мама пошла отдыхать. Отдыхает. Лежит.
мама вот отдыхает. У нас телевизор, кстати, переносной. У нас такая малюсенькая антенка там, самодельная. Нам эти еще предыдущие хозяева сделали. Мы вот. Че, как тебе? Слушай, мне нравится твой матрас. Он, кстати, вот на кайфы? Полу. Он прям вот так. У меня матрас огонь. Когда матрас лежал на том матрасе, он... Чуть-чуть не то, да? Да, вот эта вот жесткость ощущается хорошо. Я вообще от него кайфую. Да. Ладно, я пошла. Да. Я наконец-таки, девочки, переоделась. Все. Я, кстати, костюм в стирку кинула. Вот, одела костюм из Faberlic, вот этот вот, вы уже, наверное, соскучились за мной, вообще в другом наряде каком-то. Ну, правда, тот костюм, даже мне уже писали в комментариях, типа, Селена, ты его когда-нибудь снимешь? Сегодня, кстати, ветер, можно, наверное, одеть вот эту вот шапочку, которую я ни разу не одевала. Никуда. Посмотрю, она просто очень теплая, прям для таких, знаете, она по цвету сюда мне подойдет, отлично. Вот так вот. Вот зеркало у меня, видите? Нормально, вот в этой шапке сегодня буду. И одену сейчас черную. Черную эту. Ну, в чистеньком пойду. Это вообще, честно говоря, хотя оно и не чистенькое. У меня все грязненькое, абсолютно. В общем, сейчас у меня планы зайти на почту, зайти в Фикспрайс. Тут пишут уже, что там уже какие-то новинки. Надо срочно что-то купить, срочно сделать обзор магазинчика. Сейчас пойду похожу там. И все, и домой вернусь. Сегодня Данька в бассейн еще идет первый раз. Первый раз с новой квартиры. Так, ну вот уже вечер. Я забрала малого с садика. Мы купаемся. У нас на квартире ванны сейчас нету. Он будет купаться здесь. О, какие бицуха, бицуха качается. Ротик закрывай. Где у нас еще рыбки? Вот так вот мускулы качаются. Ура! Здрасте! Сделай дельфинчик. Дельфинчик. И прыгай. Хорошо. Ручки вперед. Вперед ныряем. Опускай лицо. Опускай лицо. Ныряем. Вот. Ура! Получилось? Всем привет. Привет. Скажи, привет. Скажи, я был в бассейне. Бассейн. Я плавал. Я купался. Я купался. И плавал в бассейне. Мне нравится. Скажи, я люблю бассейн. Я люблю бассейн. Люблю. Люблю. Все, всем пока-пока. Пока-пока. Всем пока-пока. Пока-пока. Ну что, все, мы пришли с Денькой. У нас вот тут уже, вот прям, видите, бабушка сложила что-то, уложила. Все застелила, лежит, кайфует. Класс, да? Уютненько. При том, что сейчас пока что все так вот, знаете, такое. Ну так классненько вообще. Ну все. Кстати, эта тетя звонила и сестра, они предлагают там раскладушку, если надо. Какая раскладушка? Вы чего, ребята? Подожди. Тут поляна такая. Вот чем ты занималась? Я лежала, я вздремнула. Там мисс Марпл шла, а я ее слушала, вздремнула. Потом я встала, пошла бутербродики поела, умылась. Так, чуть-чуть помылась, в общем, накремилась. Кайфуешь, да? Кайфую, я отдыхаю. Ну вот это я полики помыла, потому что у меня это, вот, знаешь, на душе висело, что вот эта пыль в коридоре, она меня бесит. Я купила, кстати, перчатки же. А, я тебе их оставила, кстати, перчатки, и не сказала, убежала, да? Да. А, ну ты уже помыла уже, наверное. Ты не приходила больше. Ну и вот я, когда воду привезли, я перчатки оставила с Фикспрайса. Ты мне не говорила. И ты помыла, блин, вообще. Я помыла. Я думала, они в машине. Я решила, что я помою, больше ничего сегодня не буду делать. Видишь, уже трещины. Да, какие-то трещины. Очень сильно сушатся руки, пока мы все это перетаскивали. Прям, да, они сохнут и трескаются. Вот у мамы потрескались некоторые там. Я не знаю, мама говорит, это может от пыли так сушится вот, ну, сильно. Я не знаю.
Ну, пока таскали, тоже сушатся руки. Короче, мы, в общем-то, с Денькой все покупались. Сегодня у нас второй день, но уже, мама говорит, теплее, она уже он в... Уже теплее, я уже сняла с себя свитер, штаны. Да, но я и спала раздетая, как бы, но Деньку, мне главное Деньку раздеть. Нет, во-первых, здесь не дует уже. Уже не дует, да? Не дует. Уже закрыли вот это все, не да. дует. Ну и там закрыли, тоже не дует. Ну там вот под вытяжку Еще становлюсь. А, еще завтра. Под вытяжку становлюсь, вот там где мойка, там же вытяжка сверху. Там поддувает. Вот, пока я возле мойки стою, мне прям дует аж на затылок. Я там по-быстрому раз-раз и... Ну вот, вот от этих всех моментов и дует. Поэтому надо все, конечно, прикрывать, и двери там, и это... Сегодня плиточника нашла, мне посоветовали хорошего плиточника, одна моя знакомая. Конечно, плитку у них стоит подороже класть. Получается, если бы мне там стоило 20 тысяч, будет стоить 30 тысяч. Ну, грубо говоря, да, если 10 тысяч, то будет 15 тысяч. Короче, 700 рублей квадратный метр, а до этого клали 500 рублей квадратный метр. Вот. Но вроде как человек хороший, завтра должен прийти, и я так поняла, что он и ванну... умеет вот это все подсоединять, ну, как бы сразу там советуют какие-то моменты, там, гидроизоляцию сделать в моментах, где ванна, там, типа, чтобы ни плесени, ни грибков, ничего такого не было. Ну, короче, как-то подходит комплексно к этому моменту и очень качественно, вот. Ну, вот завтра он должен прийти посмотреть, мне еще по электрике же надо с ним сконсультироваться, чтобы он там что сделал. Короче, будем надеяться, что закончится когда-нибудь наша ванна с туалетом. Ну, в принципе, все. Я сейчас сделаю чаек, мы с мамкой потрещим, да, и все, и будет второй день у нас. В общем, первый день. Как тебе первый день? Нормально? Прошел? Удовыл? Ну, в смысле, вот вчерашний, не считать вчера. Ну, ночи иди, да, ночи день. Ночи я спала плохо, я не могла уснуть долго, потому что... Ну, непривычная вообще атмосфера, место, постельное непривычное, и вот за что воздух другой, и температура, я немножко чувствовала, что воздух где-то как-то вот гуляет. Печенье хочешь? Сейчас я тебе дам что-нибудь. Какой-то спазничок, какой-то вот свежок был. В общем, все непривычно. Вот этот свет, который тут светит, все непривычно было. Я не могла думать. А мы с Денькой, наоборот, хорошо спали, да? Хорошо спал? А я бы в вашем возрасте тоже бы хорошо спала. Мы с Денькой спали хорошо, потому что было прохладно и как-то вот крепко там. Я, может, просыпалась там, ну, пару раз, так, незначительно. Так, ребенку нужна печенька. Я ему сейчас ломтик... Я ему ломтик молочный дам, я ему обещала. В холодильник идем. У меня сейчас большой холодильник. Целая лоджия под холодильник. Вот он молочный ломтик. Пам-пам. Я ему обещала. После бассейна всегда едим молочный ломтик. Надо вообще состав почитать. Тут, наверное, состав такой ужасный. Ну, блин. Наверное, не, ну он как бы для детей же. Ладно, на самом деле надо состав почитать. И может... Ну, 5%. 118 килокалорий в одной порции. Пока что я только надеюсь, что он не очень вредный. Молочный ломтик. Вот так вот. Ну что, мои хорошие, сажусь монтировать для вас влог в наш первый день. Жду ваши комментарии. Мне вообще кажется, честно говоря, был кто-нибудь из блогеров, кто вот в таких же условиях жил, все это показывал. Мне было бы даже тоже интересно посмотреть, потому что то, что я знаю, как будто все въезжали уже в хорошие квартиры как-то, и, по-моему, это уже с ремонтом все. А так вот комментарии читаю ваши, что много кто точно так же, и подруги мои даже некоторые спали на матрасах, одной умывалкой пользовались, в ванну бегали, там что-то делали. То есть я не одна такая отчаянная, которая, не дождавшись хорошего ремонта, уже въехала сюда. Но на самом деле здесь как-то и лучше делать ремонт. Ты все уже видишь непосредственно. Деньги лишние никуда не уходят. Поэтому я думаю, что этот ремонт реально тянулся бы очень долго, если бы мы жили бы где-то на съемной квартире. И мало того, что деньги уходили бы, плюс контроль такой как бы удаленный, я все время занята. А тут все непосредственно видно. В общем, это видео закончу и начну потом влог, просто уже наши будни, как мы тут все делаем. Все, первый день удачный, все хорошо, настроение уже с утра хорошее, думаешь, почему бы это? Да потому что все хорошо, все супер. Могу вам не снять наш вечер. Я нашла костюмчик вот такой вот, видите, который был под рукой. Вообще все на самом деле у нас...
по мешкам еще вот многие вещи по мешкам и не найти вообще моих вот каких-то трикотажных вещей, может быть. Но зато вот висел на вешалочке один из костюмчиков, который у меня. И в нем так тепло и хорошо, кстати. В комнате уже у нас хорошо. Денечка спит. В комнате очень уютненько и тепло. Здесь прям даже выходишь с кухни, заходишь сюда, здесь очень тепло. Я вот там видео сейчас сделаю. Денька спит. Вот. А мы с мамой Чоли здесь решили чай попить. Смотрите, какая лампа у меня солевая. Я давно ее, кстати, брала. Она очень тяжелая, ее перетаскивать было тяжело. Но она солевая и, ну, как бы выполняет свойства вот этой соли. Как бы полезно очень, чтобы она была. Создает такую атмосферу классную. Она обязательно будет где-то в интерьере у меня. Я ее когда-то давно заказывала. Не помню, где-то на китайском сайте. Вот, уже не, так не скажу. Вот, мамка тут зевает. Тебе не холодно, ты носочки оделать? Носочки я делаю. Ну, так прохладно, но сейчас пойду. И вот мы сейчас будем вот сидеть. Ой, Лена, я чай уже переварила. Я чай не хочу, я от него не буду спать. Мама чай не будет пить, а я вот пью чаечек. Вот, мы сейчас обсуждали, проснулись, это сколько косяков наделали нам предыдущие работники, мне кажется. И сколько они, слава богу, еще не сделали от того, что мы их отправили уже. Сколько они могли еще сделать, вот. Я что-то лежала, вспоминала и думаю, да. Хорошо, что мы от них избавились. Надо бросить куда-то, я не знаю куда. Пакетик уже, наверное, в мусор пора бросить. В общем, все, вечер наш заканчивает. Я решила, да, я на самом деле очень хотела вам показать вот эту атмосферу. Такую вот, знаете, такую какую-то, что-то в ней есть свой шарм. Пройдет совсем немного времени, и эта атмосфера уже не будет. Здесь уже будет крутая кухня. Я уже так на самом деле нет-нет. Представляю, что вот так вот кухня будет, вот там диван, поглядываю, вот там телевизор будет. Вот там телевизор большой, со стеллажами всякими, где, возможно, будут там книги какие-то, знаете, стоять. То есть, не знаю, закрытые стеллажи вот, или открытые, может быть, часть открытых, часть закрытых, чтобы никак было, не как в магазине, на прилавке. Там будет диван большой такой стоять, классный. Там, может быть, мое рабочее место, не знаю еще. Вот, тут... Стоечка такая. Ну, в общем, решим, посмотрим. Ну, я вот фантазирую тут, если что. Так. Чаек. Что-то налила, он горячий. А здесь нет, холодный, да? Или есть чуть-чуть? Ты греешь, я не знаю. Или ты два чайника греешь? Не, я вот этот грею прозрачный. Прозрачный? Я, кстати, вот у нас и два чайника. Прозрачная вода остывает? Это да, но у нас же вода уже... пришла, да. Поэтому нам можно не остужать, поэтому я готовила греть два. И вообще я заметила, что вот два чайника, да, у нас был вот такой, да, был когда-то, да. А сейчас вот такой, и долгое время такой же чайник. И я замечаю, что у меня, знаете, как кота в мешке в таком чайнике, мне очень прозрачный нравится, и я только в нем и хочется и греть, и в нем осуждать, блин. Мне нравится еще подсветочка. Охлаждать, да, подсветочка. Когда бульгатит прям красиво. Но ради этого только и берем чайник. Ладно, мои хорошие, все, теперь полноценной спокойной ночи. Вот, наконец-таки мы привели комнату в порядок, да, и она теперь теплая у нас пока что. Вот, в общем, совсем скоро будут новости хорошие. Вот. Поэтому мы с вами увидимся. Пока буду снимать свои обычные будни, как они проходят в квартире, что новенького мы делаем, потихоньку разбираем вещи, покупаем там двери, делаем плитку, все дела. Вот. Но вы оставайтесь с нами и следите за нашими переменами, да, в квартире. Вот. Все. Спокойной ночи, приятного чаепития, если кто-то вдруг пьет. Все, мы пошли спать. Посидели, потрещали до 12 ночи. 15:01.